Друзья, всех приветствую! Это видео будет о конструкции, а точнее о размерах вот этих рам для солнечных панелей. Мне давно уже просит человек сделать чертежи и конструктивно рассказать, как они изготавливаются. Сейчас это я попробую сделать в подробностях. Как получится, но я постараюсь. Сразу скажу, посмотреть, как работает и как регулируется данная рама, вы можете по ссылочке, вот сейчас здесь появилось видео, там в первой части видео я показываю, как работает эта рама, как я ее там делал и все. Сейчас о размерах. Труба 30 на 30, нижняя метр, вторая нижняя метр. Здесь перекладина у меня 1,5 на 1,5. Она 75 сантиметров. Дальше. Вот эта труба также 30 на 30. Метр 20 она. Вторая метр 20. Вот эта труба 40 на 40. В частности, у меня она 1,5 метра. Но потому что у меня панели помещаются в 1,5 метра. Они 67 сантиметров. Если у вас панели по метру, то тогда вам нужно будет минимум, обращу ваше внимание, для здесь зазора и закладного, ну, гайки приварной, здесь для гайки приварной и в том, на той стороне гайки приварной, минимум 2,20, 2,15, ну там уже сами по факту посмотрите. Вот эта телескопическая трубка верхняя, это 25 на 25, нижняя, которая вставляется в верхнюю, это 15 на 15. Так, уголок здесь со стенкой 40-й, да, то есть здесь уголок вот этот крепежный, он является шарниром для крепления, как внизу труб, и для образования шарнира, изменения, да, угла, также и вот здесь, и вот здесь применяется 40-й уголок. Я его напилил на пластины, просверлил отверстие. Все, давайте для удобства расстояние между нижним углом до вот этого крепления нижнего 90 сантиметров и здесь 90 сантиметров. Все, это позволит вам двигать панель в нормальных углах. Давайте акцентируем теперь внимание на узлах крепления. Вот смотрите, уголок приварен, отверстие в самом уголке, отверстие в трубе. Точно так же здесь уголок приварен, отверстие в уголке, отверстие сквозное в трубе. Также и здесь уголок приварен, отверстие в уголке, отверстие в трубе. Применяю я, короче, десятки болты. Вот, длину уже вы там выберете сами, какая вам будет удобна. Крепление также, вот, видите, здесь просверлено отверстие в первой части, вот по ссылочке, которую я давал, там более подробно видно, как делается этот узел. Сверлится отверстие, приваривается гайка, и дальше в нее вкручивается болт вот с такими шайбами. То же самое здесь по центру. Вот там будет видно хорошо, видите, этот приваренная гайка, и в нее вкручивается крепежный болтик. Все, друзья, кому было полезно это видео и пригодятся эти размеры для рам, я буду рад. Поставьте, конечно, лайк, мне будет приятно. Ну и до новых встреч. Пока.